Обновленную лабораторию биологии и химии представили школьникам. В Северо-Восточном государственном университете ученики познакомились с новым оборудованием. Также для будущих абитуриентов провели консультацию по биологии. По словам сотрудников вуза, лаборатория нужна для того, чтобы студенты могли погружаться в изучение этой науки. Как отмечают специалисты, об этом говорил еще в 18 веке Михаил Ломоносов. Михаил Васильевич сказал: изучение химии преследует двоякую цель. С одной стороны, это углубление общенаучных, естественно-научных знаний, а с другой стороны, это приумножение жизненных благ. И вот очень хотелось бы, чтобы в стенах нашей обновленной химической лаборатории научные исследования студентов и преподавателей достигли этих целей. Лаборатория поможет и школьникам, уверяют специалисты. Колымский вуз проводит бесплатные занятия по подготовке к экзаменам. Мы проводим цикл занятий с нашими абитуриентами, будущими, да, выпускниками школы, десятиклассниками, по предметам, по которым сдается ЕГЭ. И эти мероприятия будут проходить у нас в течение марта и апреля месяца по всем предметам школьного цикла. Такое консультирование в плане подготовки – это бесплатная акция, да, просветительская, консультационная, разъяснительная. Но одновременно мы это делаем на базе лаборатории химии. Вот сегодня занятия по биологии, подготовка к сдаче предмета биология, но мы проводим на базе кабинета химии, лаборатории химии, которую открываем сегодня. Школьники и студенты будут изучать оборудование лаборатории. Как отмечают сотрудники вуза, в ближайшее время планируют открыть и другие подобные кабинеты.